выразить всеобщие слова благодарности от учителей физики Пуховического района, потому что в рамках нашего районного методического объединения сегодня состоялась экскурсия именно вот в Skyway. То есть мы очень впечатлены и вдохновлены тем, что вот такие технологии у нас сейчас развиваются. Мы как будто побывали в каком-то будущем. Очень здорово, и вот новые какие-то слова узнали, тот же Юнибус. И вообще, как бы вот это направление, оно заставляет задуматься о том, что действительно это надо людям, потому что как бы вопросы экологии и каких-то новых технических проектов, они должны быть всегда актуальны, особенно сегодня. Вот. И сейчас очень актуальна тема вот этих струнных инноваций, технологий струнного транспорта, потому что они являются экологически чистыми. И то, что мы преподаем в школе, как раз здесь можно увидеть и рассказать детям о том, что у нас уже в Пуховичском районе созданы такие технологии, и что идут испытания, и все это ради будущего, ради их будущего светлого, как говорится, и ради того, что мы сейчас им преподаем. Вот. Нам очень хочется пожелать, чтобы вот эта техническая и творческая мысль ваших проектантов, ваших главных идеологов этого проекта не иссякали, потому что, как Циолковский начинал с самого начала создания каких-то сначала идей развития, например, космического или же воздушного транспорта, то сейчас мы видим, что здесь реализовывается идея совершенно другого подхода для организации транспорта. Это очень важно. И мы невероятно рады той встрече, которая у нас сегодня произошла. Мы тоже вдохновлены, потому что, придя к детям, мы ведь с ними тоже работаем и создаем будущее в их лице. Ваши идеи замечательные. Нам было бы очень радостно, если бы вы дали возможность сюда приходить нам с детьми, чтобы они видели, что технический прогресс развивается, что есть люди, которые двигают эту научную мысль, чтобы наше новое поколение тоже развивалось в этом направлении. Всем вам большое спасибо за то, что мы имели сегодня такую замечательную возможность. И мы тоже вдохновлены. Мы будем как бы ваши идеи тоже пропагандировать. Это очень важно, поскольку в мире таких идей больше пока нет. И мы рады, что эти идеи так близко расположены рядом с нами. Спасибо вам большое.